7 часов вечера, муж приехал из Питера, и мы подались по своим делам. Заехали в гнездо к сестре, набрали у нее там всяких огородных продуктов с огорода всяких. И я только-только заехали в лес, и сразу мне попались первые грибы. Первые грибы – мухомор жемчужный. Но здесь, хотя дорога лесная, машины ездят, все равно я их оставлю, пусть живут. Это мухомор серо-розовый. Любимые мои грибочки, я их люблю, потому что я их к ним очень много лет присматривалась и распознавала, наконец-то я их распознала. Знаю, что у них в клубне внизу будут червоточины бордовые, ну и другие признаки. Я их четко знаю, я их люблю и я их ем. Чего и вам всем желаю. А сейчас мы едем на разведку, потому что такие тучи, такой дождь, 7 часов вечера. Но мы раньше никак не могли выбраться. Ой, что это я снимаю? Небо и земля. Небо и земля. А я не знаю, проедем мы там или нет, потому что там очень глубокие ямы с водой. Ты меня лучше не дразни. Вот что ты меня дразнишь? Я же вижу, что это гриб ложный, боровик ложный, подберезовик, желчный гриб. Ну и живи себе дальше. Ой, я сейчас свой фильм смотрю. Живи долго, дорогой, живи. Сейчас в лесу. Туча ушла на город, а здесь тучи нет. Я иду искать лисички. Хотя их уже и без меня тут уже забрали. Но вот этот желчный гриб я все-таки поскрябала ногтиком. И попробовала на зубок. Да, он горький. Понятно. Обычно я никогда не пробую никакие грибы, но этот гриб пробовать можно. Какие у нас здесь места. Люди гуляют, отдыхают, а я давно-давно не была в лесу. Наверное, недели три. У нас в Питере дела всякие. Что поделаешь. Попадаются, зато вот что попалось. Типа поплавка, но я не знаю, что это такое, поэтому я его не буду брать. Вот такой вот гриб. Сбили сыроежку. Вот она валяется. А вторая сыроежка вон там. Ее уже покусали. Я сыроежками пока не интересуюсь. Если хорошая попадется, я ее возьму. Да. Лес хороший, березняк. И подберезовики иногда бывают здесь. Ну, иногда, потому что люди здесь бывают. За такое явление Христа народу. Не знаю, какие-то румяненькие грибочки. Симпатичненькие, но я их не знаю. Откуда же мне все грибы эти знать? Ой, вот еще один. Ой, вижу, комары уже. Я от комаров не набрызгалась. Вот еще их сколько здесь. Надо какой-нибудь посмотреть, перевернуть. Их здесь много. Почему ж не посмотреть? Завернулся. Краешки завернулись совсем. Ну, я не знаю, что это за грибочки такие. Грибов очень много разных. Симпатичные, очень даже типа колибри, наверное. Ножка чуть приплюснутая. Вот такой вот грибы. Ну, я их не знаю. Их тут много. Конечно, большие забрали. Это уже вот млечник, наверное. Но он светлый еще такой. Млечник. Ну, и они здесь бывают тоже. Но я его брать не буду, пусть растет. Он маленький очень. Я подумала, что это лисичка издали. Но это не она. Это ложная лисичка. Это точно не лисичка. Ладно, хорошо, сыроежка. У него еще маленькие лисички там. Потому что люди выбирают. Какой-то грибочек. Господи, неужели же это лисичка? Она какая-то совсем не похожа на лисичку. Какая-то она высокенькая, тоненькая и одна. Я даже не знаю, лисичка это или нет. Да. Надо разобраться. Сейчас мы будем разбираться. Ну уж нет. Это не ложная лисичка. Это самое, что ни на есть, настоящая лисичка. Я обозналась, давно в лесу не была.
Какая свеженькая, какая хорошенькая. Но меня смутило то, что она высокая, стоит какая-то такая сильно яркая. И, о, ты что рядышком маленькая? Маленькая. Да чего он все время там орет, не дает мне кино сделать свое. Вот. Вот еще малышка. Ну, пусть она растет. А эту я уже взяла. Как они маленькие. Ну, их вот два можно взять. А вон там он вообще покрупнее лисичка. Хорошенькая. Хоть по одной, но они мне попадаются. Блеск. И вот там он маленький. О, маленькая, что-то я не вижу. А рядом-то вон лисички. Вон я вижу лисички. И это редкость. Это редкость, потому что здесь народу очень много гуляет. Но они в этот лес, наверное, не забежали и не нашли. Сейчас я их забираю все. Когда костяника. Ой. И мы в лесу всегда их едим, когда находим. Здесь много, как красиво. Но она еще зеленоватая. Лисичка, лисичка, скажи, пожалуйста, где твои братики, сестрички, мамочки, папочки, няньки? Или кто там еще у тебя там, детки? Одна, но большая. Что поделаешь, а? Только одна. И то интересно, и то мне хорошо. Повезло, не отходя далеко от той лисички, вот я нашла настоящий подберезовик. Как он тут оказался, я ума не приложу, потому что грибов-то здесь днем с огнем не сыщешь. Ой, с деревьев все капает, прямо на меня мокро, сыро. Мы еще хотели на озеро съездить поплавать. Ну что ж, лето пройдет, даже не поплаваем. Какой красивый, удачно. На этом мы заканчиваем. Всем пока-пока и до встречи.